Врач-педиатр одного из отделов НИИ материнства и детства имени Городкова обвиняется в получении 34 взяток. По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2016 сотрудница института, являясь членом комиссии по оценке качества медицинской помощи при отборе на санаторное лечение, через посредника получала от граждан деньги за предоставление им и членам их семей санаторно-курортных путевок. Взятки медработнику передавали через посредника, которого суд уже признал виновным в совершенном преступлении и назначил ему штраф в размере 1 600 000 рублей. За предоставленные, вопреки установленному порядку, более 60 санаторно-курортных путевок, врач получила более 600 тысяч рублей в качестве взятки. Посредник получил более 50 тысяч рублей. Собраны доказательства по уголовному делу. Первый заместитель прокурора Ивановской области счел достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.